Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Кэп-Кэп, и сегодня у нас очередная посылочка. Я не знаю, что в ней, так на ощупь вроде похоже на наушники, но сейчас мы с вами ее распакуем и посмотрим, что там. Такие дела. Сейчас посылки стали быстро приходить, потому что я их заказывал как бы уже давненько, и они как раз сейчас потихоньку все подходят. Так, да, это наушники. И там больше ничего нет вроде. Сейчас проверим. Да, больше ничего нет. И наушники пришли вот в такой вот упаковочке. Так, сейчас мы их достанем. Какая-то бумажка. Вся на китайском. А, нет, подождите-ка. Есть на английском. И тут какая-то инструкция, наверное. Так, и вот такие вот наушнички. И знаете, на фотографии они казались меньше, а вот эта, ну точнее не наушники, а вот эта штука, а так она довольно-таки большая, ну блин, вот, по сравнению с ножиком, вот его лезвие. И блин, так, извините, задел камеру. Ну, в общем, большевато. Вот они, в принципе, такие есть, они беспроводные, можно сказать. Вот, сейчас я их подключу к телефону. И посмотрим, вообще подключатся ли, играют они или нет. И еще, кстати, с ними зарядочка в комплекте. Так, хорошо. В принципе, можно заряжать от USB, либо воткнуть зарядку от телефона, скорее всего, можно тоже и зарядить их. Ну что же, сейчас я их заряжу и посмотрим, как играют. Надеюсь, что с ними все хорошо. И все, увидимся через паузу. Ну что же, ребят, все, я разобрался, еле подключил их к телефону, как бы я в этом деле не сильно разбираюсь, и все, они вроде как играют, ну, не вроде как, а играют. Сейчас попробую сделать так, чтобы было слышно на камеру, вот, итак, сейчас поднесу. Ну, то есть, все, они играют хорошо, вот, беспроводные наушники. Не знаю, я их еще не заряжал и не могу сказать точно, насколько хватает зарядки и так далее. Но, в принципе, по звуку не сказать, что прям такой хороший уровень. Но, блин, не знаю, я, как сказал, в этом уже не разбираюсь. И, как бы, для меня это нормально. Ссылку на такие наушники я оставлю в описании. И так-то, блин, я ими доволен. В принципе, косяков никаких я не вижу. Пока что и они работают сами по себе тоже хорошо. Не знаю, что будет в дальнейшем. Вот. Такие наушники. И зарядка тоже вместе с ними, если что. Что же, все. С вами был Кэп-Кэп. Наушники беспроводные, которые по Bluetooth подсоединяются к телефону и можно слушать музыку. Ну или еще что-нибудь. Правда, блин, можно было бы сделать, мне кажется, провод этот еще короче. Тогда было бы удобнее, мне кажется, он, ну, примерно вот такой вот, если бы он был, мне кажется, было бы лучше. Хотя, не знаю, в принципе, ладно, что, и так сойдет. Ладно, что же, все, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, всем пока.